Слушайте, вы можете сражаться. Так давайте вернем корабль. Нас не нужно просить дважды. Уже не проснется.
Ты не сбежишь. Так, браги, на весла. Путь китов зовет нас домой. О, боги, давно пора. Парус поднять и начинай грести. Несли потерь в бою, а наши враги заплатили жизнью за дерзость. Что еще говорить? Ну, например, я был глуп, безрассуден, упрям и слеп, а еще я пахну кровью и дерьмом. Я сказал лучше, чем ты. Эйвор, смотри! Кто-то решил разбить лагерь на том острове. Люди Кьотви. Вгрызаются в любые клочки земли, как псы в кость. Хоть ты одной ногой в могиле, мы легко справимся. Черня!
Вперед, волки! Уходим! Thank you.
конец! Больше паруса! Йотви придет за нами и будет сильнее, чем прежде. Не удивлюсь. Эту войну ведет уже третье поколение. Вряд ли Йотви сдастся так просто. Твоя ненависть пылает жарче костра. Так, что может согреть мне яйца? Может, лучше штаны из тюленей кожи? Будь осторожен. Ненависть может ослепить тебя. Он убил многих из нас, не только твоего отца. Ты не один в этой битве. Поднимай парус! Стюрбьорн будет недоволен, что ты его ослушался. Разумеется. И тебя это не беспокоит? Меня беспокоит только одно. Он слишком поздно поймет, что я прав. А что Сигурд? Что сказал бы он? Будь Сигурд здесь, он бы сейчас вытирал кровь с топора и улыбался, подставив лицо ветру. И что ты скажешь нашему Конунгу о случившемся? Скажу правду. Мы напали на крепость Кьотви, убили его людей и ослабили его власть. А то, что ты чуть не потерял своих людей, а сам едва не угодил в рабство, это войдет в твою сагу? Скальд, который отважится спеть об этом, замолчит навеки. Спускай парус! Ого, кормилец воронов вернулся. И даже живой. Мы думали, что потеряли тебя навсегда. Ты всегда тепло встречаешь меня.
Ты неважно выглядишь. Что случилось? Достаточно сказать, что люди, которые задержали нас, мертвы. А ты как? Хорошо. Хотя, признаюсь, я весьма утомилась, успокаивая Конунга. Он тобой недоволен. Я так и думал. А Сигурд? Он вернулся после набегов? Должен вернуться сегодня. По последним вестям он где-то у Ставангера. Рад слышать. Нам нужна его храбрость. Сигурд не спасет тебя от гнева своего отца. Ты еще не понял? Набег прошел не слишком гладко? Они редко проходят гладко. Но мы убили много людей к Йотви. И среди мертвых тел я нашел топор отца. О, после стольких лет отнеси его Гуннару. Топор нужно наточить. Так и сделаю. Но сначала к Конунгу. Не советую идти сейчас. Он беседует с посланником с севера. Подожду. Ты сам не свой. Что-то не так? Я не видел топор отца 17 зим. Во мне что-то пробудилось. Впервые с того дня, когда отца убили. С того дня, как я получил этот шрам. Скорбная память горька. О бедах, о боли. Поговорю с Валкой. Она поможет мне понять мои чувства. Не торопи себя, не спеши. Встретимся в длинном доме. Ты уже не тот, что прежде, как и этот топор. Может, Гуннар поможет и тут? Как узнаю, скажу. А, Эйвор, жизнь сурова, а? Рад тебя видеть. Ты привез нам сокровища. Я сберег свой корабль и дружину. Это дороже серебра. Это не в счет. Нужно серебро и камни. Молчи, Роль. Почем тебе знать? Ты-то не был в набегах. Сам молчи. Что, променяла иглу на стрелы? Эйвор, научишь меня стрелять из лука? С удовольствием. Видишь, как я стою? Расставь ноги, но не шире плеч, и упрись покрепче. Обтягивай тетиву, сделай вдох. Найди точку, куда нужно попасть. Представь, как стрела пробивает ее и летит дальше. Выдохни и пускай стрелу. Здравствуй, Эйвор. Выпьем, друзья, и повеселим богов. Ладно, Текла, я тебя перепью. Эй, Текла, как твой мед? Альвис говорит, вышло слишком крепко. Осилишь больше одного рога?
Надеешься выпить столько же, сколько я? Я могла бы перепить вас всех скопом. Не огорчайся, большинство этих бакраутов давно валялись бы под столом. Эй, никто не хочет выпить со мной. Чтобы этот край процветал, нам нужен мир. Кто хочет послушать сагу? Кому рассказать о деяниях богов? Войны были всегда, даже между богами. Когда Мидгард был юн, Эйвор, с возвращением. Гуннар, хочу показать тебе кое-что. Во имя Тора! Топор твоего отца! Я не видел его с тех пор, как долгое время. Я выковал его давно. Еще хорош. Один из лучших, что я сделал. Да, хорош. Но лезвие затупилось. Можешь заточить? Могу сделать острее и укрепить рукоять. Тебе повезло. У меня остался лишний слиток. Точно лишний? Судьба велит помочь тебе. Но впредь приноси мне слитки сам. Я не могу делать их из воздуха. Все сделано. Что-нибудь еще? Как живешь, Гуннар? Все хорошо? Работа кипит, и я бодр. Но ночи стали холодными. Я теперь одинок, может, ты слышал? Да, мне очень жаль. А вы были вместе сколько? 5 недель. 5 прекрасных, страстных недель. Да, все кончено. Когда я найду свою Брюнхильду? Валькирии уже не встретить в этом мире, Гуннар. Умерь свои аппетиты. Что? Посмотри на мой товар, на оружие. Мне нужно все лучшее. На меньшее я не согласен. Нужно что-нибудь еще? Пока это все. Приходи еще. Тор,
рычи, совершили убийство.